Якось прем'єр-міністр Швеції завітав у гості до письменниці Астрід Лінгрен. Старенька леді поцікавилася у сановника. Хто там це з тобою? Охоронці відповів прем'єр-міністр. О, це добре. Ніколи не відомо, що я можу втнути. Чого чекати від наших блондинок, не знає ніхто, і навіть я. Андрій Доманський, незмінний ведучий найінтелектуальнішого шоу «Хто проти блондинок?». Человеческая жизнь, она как зебра, состоит из полосок, из черных и из белых. Так абсолютно у всех людей, но не у блондинок. Жизнь у блондинок лишена проблем, она белоснежная, как и их волосы. И все потому, что рядом всегда находится мужчина, которого можно сделать крайним и обвинить в своих неудачах. И вот сегодня мы нашли этого крайнего мужчину. Это наш герой, шоумен, телевизионный ведущий и актер Александр Педан! Александр, он же ангел, он же педан. 11 лет жизни посвятил украинским народным танцам. Получил экономическое образование, играет в футбол, любит баскетбол и дайвинг. Недавно открыл для себя гольф, сквош и сноуборд. Любит женщин, искренних людей и просто балдеет от своей работы. Сколько нового я узнал о себе. Здравствуйте! Александр, вопрос на засыпку. Назови мне, пожалуйста, трех главных блондинок в своей жизни. Ой, клево. Мама. Причем, блондинка. Да, блондинкой она стала после 35. Она такая же блондинка, как ты. Посидела, всегда. Да? Честно, конечно, да, с таким но сыном. Ей очень идет, безумно. Далее, ну, наверное, моя первая учительница, Анна Васильевна, и, ну и сейчас одну найдем, по крайней мере. Есть еще Оля Фреймут. Но мы не будем называть главной блондинкой. Возможно, это и есть твоя главная ошибка в сегодняшней программе. Ты правильно сказал. Начнем же поиск. Встречайте. Наши 50 блондинок! Ну давайте же. Такие красивые, ей-богу. Ты должен быть изобретателен в плане комплиментов, которыми одариваешь наших участниц. Ибо все они разные, несмотря на один и тот же цвет волос. И перики здесь ни при чем. Хорошо. Например, номер 9. Виолетта Трикова. Здравствуйте, Виолетта. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Итак, Виолетта, вы – это диагноз блондинка. Скажите, пожалуйста, диагноз помогает ли вам в жизни? Да, Андрюш, помогает. Ты всегда имеешь возможность сказать, что в голове моей опилки не беда, потому что я блондинка, да-да-да. Кайф. Номер 45. Жительница Арктики по совместительству певица. Ну и блондинка, естественно, тоже. Здесь других нет, кроме меня и Сашки. Один вопрос можно? Ты крашеная? Да. Где? Черт. Ну, вы знаете, я когда перекрасилась, все-таки поняла, что блондинки больше нравятся миллионерам, чем брюнетки. Сразу миллионера себе нашла. Ах, вот он сенс. Миллионера, да? Ты понимаешь, все-таки она пришла заработать денег. Я понял тебя. Так, хорошо, спасибо большое, Дашенька. У нас еще будет возможность с вами попеть. Итак, Александр Педан, здесь находится 49 блондинок. Не хватает только одной, самой умной, которая перещеголяла их всех по своим ответам в этой игре. Это наша топ-блондинка. А ну-ка, покажите ее. И сегодня наша топ-блондинка – это телеведущая Ольга Фреймут! Я так и знал! Подайте ей руку. Привет, Оленька. Здравствуй, Оля. Дорогі мої молоденькі, Олександрик та Андрійчик. Мамо! Сьогодні ви стали на рушничок щастя. Попереду непередбачуване, але світле майбутнє, де 50 білявих янголів. Отож, бережіть ваш союз. Ваші серця зараз тьохкають від хвилювання, а душі об'єдналися, аби достойно подолати цю гру. Вона тільки що впала, десь там, мабуть, за колісом. А не вивчила текст на завтрашню програму? Чи обіцяєте ви підтримувати один одного у хвилину радості та вмиті розчарування? Ні обіцянок, ні пробачень. Скажіть, обіцяємо? Ні обіцянок, ні цяцянок. Ні цяцянок. Чи обіцяєте гідно ставитися до усіх ангелочків? Налево, говорит, пойдешь, коня найдешь. Направо, говорит, пойдешь, лошадь. Оля, дай Боже...
не перебивайтесь. Она все еще не там, все, смотри, подожди, видишь, она готовилась. Давай. У нее перед ней пюпитр, она с него читает. Сейчас текст закончится. Девушки, не шевелите головой, она сбивается. Которая стоит перед Олей. Да-да-да, Оля, сначала. Мы забыли, что было вначале. Нехай ніщо не засмутить вас світлої вам гри, мої дорогі молоденькі. Это все должно быть, это должно закончить фразой «Горько молодым!» Но этого не будет, Оленька. Спасибо, не будет, что не будет. Вовремя остановилась. Итак, наконец-то их 50, и я могу поговорить о меркантильной стороне нашей программы, о деньгах. Вот, все, 7 началось. Рядов. 7 рядов. Каждый из них соответствует женщины, определенной деньги, сумме. 100, 200, 300, 400, 500, 600 и 700 гривен. В первом раунде ты зарабатываешь свой джекпот благодаря девушкам, которые дают неправильные ответы. С помощью Оли Фреймут, боже, не дай бог, кто-то окажется переодетым притула, я тут буду точно лишний. С помощью Оли Фреймут ты можешь увеличить свой джекпот в 2 раза. Ты говоришь так же много, как и он. Как и он, да. У нас есть притула-заменитель здесь. Итак, притула-заменитель обещает увеличение джекпота с помощью 8-го ряда нашей топ-блондинки, а также обещает в случае удачной игры во втором раунде твою претензию на главный приз нашей программы, который составляет 50 тысяч килограммов бананов! Ура! Элечка, не радуйся так. Первый ряд, прошу вас вперед к игровым мониторам. Стоимость ряда 100 гривен! Все, и насупились вот это вот сразу. Денежками запахло. Давайте улыбаться друг Девушки, другу. Девушки, особенно номер 50. Аленушка, да. Вы... Боже, сколько раз я произносил эту фразу, ненавижу себя за нее. Вы блондинка. Да. Это не вопрос, это утверждение. Да. Мало того, вы блондинка-режиссер. Да. И что, это вам помогает? То, что вы блондинка, конечно, а не режиссер. Конечно. Как? Я совмещаю эти два понятия. Вот, например, недавно в Украину приезжал Дэвид Линч. И я мечтала с ним познакомиться и пообщаться лично. Он приезжал и мечтал познакомиться с вами, на самом деле. А куда он в Украину приезжал, скажите, пожалуйста? А, я не помню. Где вы с ним пересеклись? Я с ним пересеклась в Боярке. Она утром! Так Дэвид Линч прилетел специально позавтракать в Боярку. Это недалеко. Он уже года три живет там, на самом деле. Вот, и снимает. На кухню выходит, а там Дэвид Линч яичницу жарит. И что, Аленушка? И как он? Он прекрасен. А как мужчина? Не знаю. Чему он у вас научился? Ну, понятно, вам у него учиться честно нечему. Честно говоря, он там сажал деревья, я об этом знала. Да, Дэвид Линч, режиссер, сажал деревья, да, в Боярке. Да. Как все складывается, ладно, да? Пазл. Вот, и я подловила его там под одним кустом. Она его подловила? Значит, смотри, дело в том, что Дэвид Линч может позволить себе купить целую Боярку, как свой дачный участок. Разрушит дома, посадит деревья, и только Алена Алымова будет допущена туда. Да, я остановила его. Спасибо, Алена. Номер 48 – это Виктория. Виктория Акунина. Мететь. Да, мететь. Вы месткиня, я бы даже сказал. На самом деле, я имею 2 высших образования. Ого, и просто маскируюсь под певицы, под блондинку. А почему вы нас пугаете сейчас сразу? И какие это у вас образования? Мы вообще не за деньгами пришли пообщаться. Вот с вами, например, Вика. Хорошо. Ну-ну. А образование юридическое и журналистика. Может быть, Виктория пытается таким образом вести тебя в заблуждение. 100%. Номер 7. У нее 2 физкультурных образования. Да. Метание ядра и молота. Александр. Хотим узнать многое о тебе. Например, какие категории ты предпочитаешь? Игра разные. Началась, а есть мы варианты? Выбираем. Варианты есть. И вот они. Переклад, курьезы, слова, факты, история, музыка, цитаты, религия, наука, Украина. Я вот сейчас тоже чувствую себя блондинкой. Вы не поверите, но я тоже блондинка в душе, поэтому нам будет легко. Наташенька, специально для тебя категория музыка. Я тебе приготовила глюкозку для работы твоего мозга. Лови. Давай, лови. Ротиком. Ну или ручками. Хорошо. Итак, вооруженный конфетой Александр Педан получает вопрос в категории музыка. Вопрос в категории музыка. Специально для тебя, видишь? Давай. Баш на баш. Как-то спрячь. Музыка, давай. Вопрос. Який инструмент є найбільшим у струнному оркестрі? Ну, арфа же, наверное, да? Только она почему-то не пришла на прослушивание. Остались орган. 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 Это у дирижера. Контрабас. Контрабас. Литавры и альт. Литавры и альт. И альт. Мне орган очень нравится. Это самый большой струнный инструмент. Ну, все зависит, какой оркестр. Же. Кто в оркестре играет. Орган играет, в принципе. Конечно. Там. Орган, контрабас, литавры и понятно, альт. Что это контрабас. Контрабас? Контрабас. 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 Выбираем контрабас. Как будто бы это правильный ответ.
И спустя некоторое время оказывается, что действительно контрабаса назначили главным специальным приказом Министерства музыки, которое при таком количестве певиц обязательно появится в нашей стране. Итак, Александр, я ни на секунду в нем не сомневался, даст правильный ответ. А вот кто из присутствующих в первом ряду художников, певиц, искусствоведов и режиссеров не уделяет должного внимания контрабасу? И только Татьяна и Наталья переходят во второй тур. Все остальные стыд и позор. Арктика, ну вы-то как могли. Она певицы. Она отличается. Ну ладно, юристы, режиссеры, но вы-то как. Мы певицы в душе. Сзади тебя находятся две певицы. Две певицы, это Татьяна и Наталья. Они составляют сейчас левый фланг участниц второго раунда. Как только сзади тебя соберется больше 21 участницы, благодаря твоим каким-то медвежьим, неуклюжим ответом. 21, извините. Вот последнее слово верное, но что с ним будет происходить, я не знаю. Для тебя игра закончится. Выключается свет, и начинаются большие неприятности. Никто не выигрывает никаких так денег. Не допустим и великая такого. Печаль. Не допустим же такого, и не соберем больше 21 блондинки сзади. Пятеро блондинок ушло, стоимость ряда была 100 гривен. Ты сейчас заработал твой джекпот 500 гривен. И это заслуживает аплодисментов, которые не прекращаются, как в номинации как КПСС. Это первый ряд, не прекращаются который... овации, и перерастают одни овации в овации, которыми мы встречаем второй ряд участниц. Его стоимость 200 гривен. Вперед! Собирая перный вам красивый вечерний платье. Я никогда не видел, чтобы такое количество блондинок так рвалось за 200 гривнами. Да, и номер 43. Тая Гулий. Зовут эту очаровательную носительницу колечек, как у принцессы Леи «Звездные войны». Помнишь? Вы правы. Вот буквально две недели назад пересмотрела все 6 сезонов «Звездные войны». И поняли, что как... Знаете, как в детстве каждая девочка хочет стать принцессой. Вот я сегодня стала с помощью программы «Кто против блондинок?» настоящей принцессой. Принцесса Леи. Не Лея, Тай. Главное, что не Чубакка. А вы уверены, что «Звездные войны» — это сериал, и его надо смотреть сезонами? Каким-то образом это сериал, смотря как кто его смотрит. Можно, ну, если каждый на паузу день по 15 минут. Нажимать, можно на паузу очень перематывать, долго. Да, если кто забывает. Класс. Спасибо большое, принцесса Лея. Доставайте свой световой меч. Готовьтесь. Номер 39 присутствует среди нас. Я здесь. Анастасия Дивочка. Востокова, тоже певица. Привет, Настя. Настенька. Наречка, Настенька пришла в подарочную упаковочку сегодня, смотрите. Я сегодня твой самый главный подарочек. Золотая моя. Настенька, спрашивай же ей что-то, пока мы ее раскрепостили немножко. Кроме того, что ты блондинка, у тебя же серьезное высшее образование, насколько я понимаю. Да. Одно очень серьезное. Я учусь в Харьковском авиационном институте. В каком, прости? Харьковском авиационном. ХАИ. И моя специальность достаточно страшно звучит. Я энергоменеджер, специализируюсь на нетрадиционных источниках энергии. Ключевое слово. Нетрадиционные источники энергии. Нетрадиционные источники энергии. Уже за это поставили бы зачет. Это не вы предлагали в авиационном вузе, Настенька, самолет сбивать палками, если он не хочет садиться? Нет, это не насчет самолетов идея. Это все не я. Я единственное, что предложила красную книгу сделать. Слушай, потому что я единственная блондинка, которая осталась в своем вузе. Вот мне даже сессию закрывают. Ну, так. Итак, Александр Педан выбирает категории. Вот я сегодня дарю подарок. Специально для Настеньки. Курьезы, очень слова, умной факты, барышни история, и по совместительству цитаты, певицы. Религия, возьмем, наука, Украина. Возьмем науку. Наука. Сделан выбор в категории. Да? Наука. Угадал? Бизнес-леди почесала лоб так. Александр, сосредоточься. Вопрос на экране. Ага. Вопрос в категории наука. Скольки граней мае додекаэдр? Следующий вопрос. Что такое додекаэдр? И где он живет? 12 граней, 4 грани, 8 граней, 26 граней. Додекаэдр, да? Додекаэдр. Кайдрами своего рода. 4 – это квадрат, правильно? 4 – квадрат, правильно. Не молодец. Подходит дальше. Додекаэдр. Не подходит, да? А почему? Есть квадратный додекаэдр. 8. Это 2 квадрата. 2 квадрата. Не подходит. Не подходит. 8. Ну, 8 есть нормальное слово. 100% в школе слышали. Наверное, параллелограмм, не что. Что, зайка, трапеция 8 граней имеет, да? Трапеция 8 граней? Я больше не летаю на самолетах, который спроектировал Харьковский авиационный институт. Никогда. Никто не летает. Никто не. Все, ходим пешком. 12, 4, 8, 26. Все, давай. А я что-то теряю сейчас? Да. Время. А, хорошо, 4, нет, 8, 26, 2, 2, давай 12.
Ну, 12 беру. Посередине. Давай, беру. 4, взял. 8. 12 граней. До декаэдер. Да, ну, 26, до как декаэдер. Дека это 10, до это 2, до дека 12, до декаэдер правильный ответ. Ура! Ура! До это 10, до это 2, дека это 10, декалитр, да? Ну, то есть у этого слова еще и смысл, представляете? Ну, конечно, просто так же не называют, до декаэдер. Я буду своих друзей пугать. Так, блондинки. Принцесса Лея и Хаи. А кто же ответил, интересно, правильно? Кто не знал, что такое додекаэдр и сколько у него граней? Кроме отсчитайтесь, меня. Пожалуйста, красными крестами. Красный крест плачет практически по всем, кроме Таи и Терезы, которые переходят во второй тур. Все остальные девушки идут ощупывать додекаэдры. Вперед! Приветствуем! Идите же, посмотрите на наши мужественные спины. Додекаэдер, мои дорогие. 4 участницы сзади. Нет никаких поводов для паники, поэтому можем совершенно спокойно слюнявить пальцы и считать деньги. Это хорошо или плохо? Это прекрасно. 5 блондинок ушло. Стоимость ряда была 200 гривен. Только что ты заработал 1000 гривен. О, я не верю, это фантастические деньги. Твой джекпот был 500 гривен, и сейчас у тебя 1500 гривен. Никто не хлопает, потому что все знают, что ведущие нового канала не получают деньги, их потом у них вычитают из зарплаты. Да, поэтому девчонки жалеют тебя и не аплодируют. Тогда поаплодируйте сами себе, мои Давайте. Хорошие. Третий да, ряд вступает в игру. Третий ряд, стоимость которого 300 гривен. Барьеру. Вперед. Ты говорил уже барьеру? Бабок, 200 тысяч раз. Марыся Горобец, номер 35. Марыся, я? Отлично, вам безумно идет это платье. Мне бы оно пошло намного меньше. Не застрь. Марыся, а чему можно позавидовать, кроме того, что вы блондинка? Ну, вже тому, що я Марися, Марися Гробець. А те, що я білявка, я інколи забуваю і, власне, прийшла на це шоу для того, щоб навчитися бути справжньою білявкою, тому що це гарна школа, шоу-блондинку. Ай, молодец, школа, красиво, да? Сказала. Не, да, расслабляйся, что? Она отложит тебе личинки, увезет на свою планету и погрузит в океан лавы. Они так делают со всеми. Ты бабочка или куколка? Поспокойней. Я Горобець. Горобець. Я Горобець. Что, Горобця не видел никогда? Я Горобец. Номер 36. Воробушек. Настенька Суханова, на которую напала банда бешеных плоек, судя по всему. А вы не ерничаете. Это давно проверенный факт, что мужчины рядом с блондинками чувствуют себя более расслабленно и комфортно. Поэтому даже проводили тестирование, проверяли IQ мужчин в присутствии и без блондинок. Так вот, в присутствии блондинок мужчины показывают гораздо худшие результаты. Я даже IQ. Вижу плохо сейчас, чтобы вы понимали, когда на вас смотрю. Вот. Это правда настолько прекрасно, что сосредоточиться вообще невозможно. На этой куртуазной беседе... Вот, видите... Я предлагаю Александру выступить сольно, выбирая категорию следующего Давай, вопроса. Уже, Итак, у нас остались переклад, курьезы, слова, факты, история, цитаты, религия и Украина. Выбор Давай, я придумал. Да. Опять же, у нас сегодня куча подарков. Девушкам-телеведущим будет очень близка категория «Слова». Слова! Правда? Спасибо алфавиту за предоставленные буквы. Категория выбрана. И в категории «Слова» следующий вопрос пугает Сейчас мы нас с вами втроем и лоханемся, своей девочки. Неожиданностью. Ведь якого гальского слова пришла назва «виски»? Белый снег, горячий гейзер, жива вода, весела голова. Мне очень нравится весела голова. Весела Это было голова. Бы очень правдиво. Да, виски, височки. Белый голова снег. Веселая. Но белый снег вообще не подходит, горячий гейзер нет. Я думаю, что это живая вода. Живая вода, думают галлы. Хотя так хотелось сказать «весела голова». Девчонки, как вы думаете, это правильный ответ? Ну вы честно. Я Или вижу, есть сомнения? Да. Нет единения в этих белокурых рядах. Это нас не может не радовать. Александр Педан дает нам правильный ответ. Я очень люблю виски на самом деле. Кто разбирается в виски? Кто знает, что такое виски и переводит с гальского? Вода. И только Ого. Кристина Гусина! Только Кристина Гусина общается с галлами! А что вы отвечали? Кто-то спросил, что вы отмечали? Да. Отмечали. Что-нибудь отмечали. Кристиночка переходит во второй тур. Все остальные блондинки, пожалуйста. Всего хорошего. До свидания, девочки. 6 блондинок ушло. Стоимость ряда была 300 гривен. Ты сейчас заработал 1800. Деньги ерунда. Джекпот твой был 1500. Сейчас он составляет сумму в 3 300. Зо!
как сказали бы блондинки. ЗО. ЗО, как прочитали бы они слева направо, но не те, которые находятся в следующем ряду. Вступает в игру следующий. Четвертый ряд. Его стоимость 400 гривен. Знакомые лица мы есть? Мы познакомимся с девочкой номер 25? Уж больно хочется узнать. Ну, тут, в общем-то, написано. У каждой девочки есть специально обученный визажист монитор. Год по совместительству. Да, еще я шопоголик. Леночка, зачем ты пила чернила? Объясни мне, пожалуйста. Нет, я не пила чернила. А что случилось? Я просто, когда нервничаю, особенно при виде такого прекрасного человека, как Александр, я начинаю нервничать. Теперь я начинаю нервничать. Белеть, чернеть и все сразу впадать в краску, как только не меняй цвет волос, иначе нам придется тебя избавиться. Номер 26. Фронтально перед нами Лизонька Дружинина, хореограф. Да. Хореограф, которая и не только танцует, она еще и чрезвычайно интеллектуальная барышня. Но при этом остается блондинка, и сейчас она кается в грехах, как будто бы вот она находится на исповеди. Но я не дуже каюсь. Білявки взагалі це наче алібі. Можна робити, говорити все, що завгодно. Ти ж білявка. Приятно здесь находиться вместе с вами в такой красоте. Я давно... Спокойно. Друзья мои, Александр, снова ваш выход. Выбираем категорию вопрос. Переклад, давай. Курьезы, факты, история, цитаты, религия Украины. Да кому-то подарок сделать сейчас. Подумай, кому. Спивачка, 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 хореограф, визажист, турменеджер. Курьезненькое у вас словечко. Давайте курьезы. Категория курьезы выбрана. Вопрос для номера 23 и всего ряда, и для Александра, что главнее в настоящий момент времени, следующий в категории курьезы. Ким призначив свого коня римський імператор Калігула? Консулом, командувачем гарему, дружиною, головним конем. Це здорово. Да, давайте розберемо ситуацію. Головним конем. Ну, ты не можешь просто конем. Вот тебе документ о том, что ты главный конь. Ты главный конь. Меня больше всего... Что ты думаешь по этому поводу? Я не против, но мне очень нравится консулом. Ну, главным конем, и чего? Ну. Ты не забывай о том, что консул тогда, в то время, был эквивалентом народного депутата Украины. Я тогда согласен. Ну, это давайте правда. Поржем. Ну, давайте консулом. Консул, ну, хорошо, действительно, почему нет? Я пришел не зарабатывать, друзья. Консулом! Мы приняли самый нелепый вариант. Давай. Действительно. Римский император Калигула сказал коню: конь, ты консул. Конь поднес копыта к голове, головному убору, ответил есть и пошел работать консулом. Консулом так консулом. И этот ответ... Неправильный. Правильный! Правильный ответ! Кто считает еще из вас, стоящих в четвертом ряду, что это бред? Покажите, пожалуйста. Мятонька, я знаю, что вы не могли назначить коня консулом. Вы же не Калигула. Вы намного скромнее. И только Елизавета и Антонина дают нам правильные ответы. На конях въезжают во второй тур играть против Сад. Во втором туре все остальные девчонки. И ого, поет лошадка, спи, блондинка, сладко-сладко. Купи розовую помаду, пожалуйста. Я подарю тебе. Александр. Не, ну сейчас выйдет на улицу людей. Да, попроси меня, Андрей, посчитай мои деньги. Андрей, пожалуйста. Посчитай, пожалуйста, мои деньги, но только так быстренько, чтобы незаметно, мы быстрее пообщались, да, с девчонками. Правильно? Хорошо, ушло 5 блондинок. Так. Вот, 5 красный крест. Ушло. 400 гривен была стоимость ряда. 2000 гривен ты зарабатываешь сейчас. Суммируя эту величину с твоим предыдущим джекпотом в Т-300, мы получаем 5300 гривен. 5300 гривен – это сумма, которая продолжает расти под аплодисменты дружественно настроенного пятого ряда участниц. Стоимость этого ряда – 500 гривен. Серьезное испытание для любого мужчины. Иногда кажется, что ты можешь двигать предметы с помощью взгляда. Пригласить сразу семерых блондинок, чтобы они ответили все не отказом, это сложно. У меня получается каждый раз. Языком у тебя получается каждый раз, а не взглядом. Глазами я зову вот, их. Вот отвернись и позови. Вот посмотрим. Пятый ряд вступает в игру. Стоимость ряда 500 гривен. И пошли. Оля, пошли. Спиной она же сделала. Везде глаза. А девочки-то серьезненькие к нам подобрались. Номер 18 сейчас отшутит нам, потому что это радиоведущий. Им палец в рот не клади. Потом доставай бижутерию. Абсолютно верно. Палец в рот не клади. Оленька, да. Видно, что вы блондинка. А как это слышно по радио? Дело в том, что в утреннем шоу, которое я веду, три человека, три персонажа. Мальчик, парень такой, сорвиголова, типа вас, Александр. Сорвиголова. Девочка, умница-разумница и блондинка с жизненным опытом. То есть вам можно просто молчать, мне можно тупить, мне простительно. И когда говорят, а вот Пуёль, я говорю, это новая марка одежды?
Вот. И мне Пуэль. Это простительно, да. Или Пуэль, я не помню. Или Пуэль. Пуэль. Спасибо, я уже Пуэль. Да. Вот, Пуэль. Тем не менее, у вас отличное шоу, видимо, отлично шутите. Спасибо, спасибо, милые дамы, за красивые слова. И возвращаемся к интеллектуальной наполняющей нашего шоу. Выбор категории. Сложнейший момент для Александра. Переклад остался. Факты, история, цитаты, религия и категория Украина. Мне ничего уже не нравится о вам. Давайте, кому-то подарок надо сделать. Религия. Ну, кому подарок? Религия кому? Я не знаю. Кто похож на кармелитку? А, вы же там нашли друг друга. Есть что-то, религия, да? Вопрос. Ой, я ж казав пророк Магомед. Понад усе на світі він любив жінок, дітей та варіанти солодощі, коней, зброю і парфуми. Зброї сразу нет. Не может. Солодощі или парфум. Ну, просто жінок, дітей та коней. Странный, продолжи, да, синонимический ряд. Не звучит. Жінок, дітей та солодощі. А вот здесь вот, если детей больше, тогда сладкое. Если женщин, то парфумы. Ну, кого же он любил больше? Все-таки пророк Магомед. Женщин или детей? Жінок, дітей. Хорошо, пусть будут парфумы. Парфумы? Парфумы. Ну что, я принял вам вариант. Вам подходит такой вариант, девочка? А я его уже принял. Подходит ли он девочка, он подошел мне. Вариант парфумы принял. И так вариант парфумы... Я даже не запомнил это слово, ты помнишь? Додекаэдр. Дорогой мой додекаэдр, вариант парфумы все, это... Сейчас мы проколемся. А если я... Правильный ответ! Правильный ответ. Ну, любил старик Магомед, когда прекрасно пахнет. Девчонки, можете ли вы хоть в чем-то уподобиться пророку? Естественно, каждый из вас обожает парфумы. Насколько эта крамольная мысль парфумы закралась в ваши светлые голосы? Все блондинки. Никто не ответил правильно! Никто! И все семеро участниц покидают наше шоу. Девочки, это же все такой простой семеро вопрос. Элементарный. Парфумы. Купите себе духи. Сейчас считать деньги будет интереснее всего. Оптимальный вариант. Ушло 7 участниц. Значит, мы семерку умножаем на стоимость ряда. Стоимость ряда была 500 гривен. 3500 твой заработок в этом ряду. И мы приплюсовываем его к предыдущему джекпоту в 5300 и получаем 8820. 8800. Сейчас джекпот Александра по фамилии Педан. Это уже вам аплодисменты, девчонки, из ряда под номером 6. Вперед, мои милые, светлоголовые бестии белокурые. Стоимость вашего ряда 600 гривен. Ты только что их курочками обозвал? Или белокурые и бестии. Номер 13. Даша... Да, это вы, номер 13. Счастливое Даша число. Трегубова. Да. Сегодня я ваше счастливое число. Дашенька, а почему? Я только за. Ну, потому что вам еще предстоит нелегкая битва в борьбе за, как там, enlarge your jackpot. Yep. Yeah. You got it, man. Ой, woman. Непереводимая игра слов. What's the point, man? Yeah. Да-да. Так что? The London, да, is the capital of... Да, подожди, я тоже могу поддержать. London Who is on capital... duty today? Я знаю эти приколы. The да? Table. Я на то есть вы видите, у меня на самом деле в последнее время проблема. У меня тумблер, который включает блондинку, он сломался. То есть в каком состоянии? Я просто иногда туплю, Дашенька. Это бывает. А лучше всего получается включать блондинку у моих подруг брюнеток, кстати. Я знаю, как разрядить ситуацию. Вам нужен муж-электрик. Ну, который... как минимум мужчина, который хорошо владеет тумблером. Ну, может быть, тумблер переключит номер 14 Ксения Кузьменко. Да. Знаете, ребята, я вот Даша заставляет себя включить блондинку, а я очень часто ее выключаю. Вот, например, случай на прошлой неделе. Пробки на дорогах огромные. Ну и мужчины взяли за привычку знакомиться в пробках. Ну, что зря время терять. Ну, открывает не очень русский мужчина окно и говорит мне: «О, какая машина у вас, девушка, красивая». Ну, я кивнула. На запорожце он был, да, я так понимаю? Ну, примерно. Он сразу тебе я не понравился. Я просто кивнула. Я еду в огромных очках, в шапке, ну, только концы волос видны. Я дальше, только слышу. Дальше он делает мне комплимент. Ну, точнее, он думал, что он мне его делает. Наверное, и сама красивая. Я такая на него поворачиваюсь и говорю: не, сама не очень. Странно. А волосы-то белые. Я говорю: представляешь? Бывает же такое. Не-не, я так чувствую, это мой был жених-электрик. Все знают, что этот мужчина был Александр, вы не узнали его. Он хотел, чтобы вы наконец-то, Ксения, поняли, что надо взять автограф. Но... Я не брился 18 недель. Совершенно. Возил тебя в образ. Переходим к вопросам. Выбор категории угрожает Саше. Переклад, факты, история, цитаты, Украина. Факты, история. Это все, что осталось. Ничего другого предложить не могу. Выбор невелик. Но нужно его сделать. Вот такая вот подвязочка. Вы прекрасны, и это факт. Факты.
факты. Очень хорошо. Что такое Виолетта? Трикова вздрогнула. Трикова, ее категория. Она же по фактам, она специалист. Я еще ни разу мне не выиграла. Весь фактаж ее фактаж. Я тоже не поверишь, но я ни разу не играл. Виолетта, слушайте внимательно вопрос. Сашу я об этом даже не прошу, он и так весь внимание. Вопрос категории факты. Сусіди уникали усилі батьків Івана Сірка, бо майбутній козацький ватажок народився з зубами, темною шкірою, булавою бородою. Я себе представил просто ребеночка, который народился, ну, темнокожий, ничего личного, да? С булавой и бородатой. И за рулем запорожца. Судя по всему, говорит, ты красивая. Ну. С зубами. Мы сейчас будет та же ситуация, как с Магомедом. Ты не уйдешь отсюда живой. Нет, но с зубами вроде бы все логично. То есть все-таки зубы, темно, да? Шкира, булава, борода. Ну, ребенок с бородой, это же ужаснее, чем с зубами, правда? Не ходили соседи в семейство Сирка, потому что Сирко был с зубами и объедал родителей. Соседей просто не было повода. Я принимаю вариант. По крайней мере, есть хоть какое-то невнятное логическое объяснение так. Этому странному выбору. Зубы. Вот только правильный ли это вариант? Я... Не удивлюсь, если темношкирым он был даже сейчас, если честно. Был после солярия. После предыдущих парфумов и всего, он родился в солярии. Сирко Обама. Вот, Трегубова думает, что Обама – это дальний родственник Ивана Сирка. Хорошо, зубы – это вариант правильный. Ура! Сирко, спасибо тебе. Дух Сирка прибывает среди нас. Спасибо зубной фее за то, что Ивана Сирка принесла ему вовремя блондинки, зубы. Блондинки, кого все, из наверное, вас? Угадали. Тихо, Анита не с нами, она общается, по-моему, сейчас с Сирком. С духом Сирка. Анита пишет книгу сейчас. Пришло вдохновение. Пусть Красный Крест появится на экране. Аниточка, желание сбылось. Красный Крест появился на вашем экране. И, увы, ах, теперь только вы у медик. Одной. Теперь вы медик. Анита не знала ответ на вопрос про Сирка. Все остальные милые дамы, пожалуйста, я прошу вас на второй тур. С чем вы думали, он родился? Аниточка, а с чем он родился? Потом. Я видел ее, да? Очень сильно. Вот сейчас дружно 6 блондинок перешли во второй тур. Хорошая новость заключается в том, что в любом случае, даже отвечая неправильно на оставшиеся вопросы, ты переходишь во второй раунд. Несложный подсчет пустых пепитров убеждает нас в этом. Плохие новости заключаются в том, что, давая неправильные ответы, ты можешь не заработать деньги. Итак, нас покинула Анита Крицкая, детская писательница. Одна одинешенька. Стоимость ряда была 600 гривен. Умножаем 600 гривен на Аниту. Сложное арифметическое действие. Получаем 600 гривен. 600 гривен. Анита, ну, у нас умножили. Единица получается. Да. 8800 плюс 600. И, ну-ка, 9400. Молодец. Внутренний калькулятор работает. Да. Несложно подсчитать без помощи него, что наконец-то седьмой ряд явит нам свои интеллектуальные таланты и качества. Его стоимость 700 гривен. Вперед, девчонки! Ну вот, Юленька есть обладательница квадратного пепитра на голове для топ-блондинки. Юля Королевич зовут эту милую барышню. Юля просто танцует нижний брейк на этой шапочке. Мы не даем ей это Нет, сделать. Нет, у меня образ, я включаю умную блондинку. Вы знаете, что существует миф о том, что в голове блондинки шнурочек? Моя задача... Я вижу вас. Он сбоку болтается, да? Но на самом деле в мозгах блондинок настолько много извилин, что мысли просто путаются в этих лабиринтах. В лабиринтах. У вас там переплетены извилины, конечно, да? Конечно, они просто прикрываются. Ага, чтобы не вырвались наружу. И я позволю себе отвлечь себя от Юли. От Юли. Отвлеку тебя просто. Ради Оли. Супер-блондинка. Я помню титруем тебя. Мы ее. Это Ольга Полякова. Полякова. Полякова, несмотря на то, что талантами просто немерена она, да, не обделила ее мать природа. Одарили ее, да. Совершенно верно. Тем не менее, все равно она блондинка, и иногда это выпирает наружу. Именно так, как показала Полякова. Именно так это и выпирает наружу. Правда. Танец маленьких утят. Вы можете, Оленька, нам изобразить? Я только что его изобразила. Это были большие утята. Взрослые утята. Не совсем утята, да. Попросите кого-нибудь еще, у кого маленькие. Милые утята, оказывается, так нужно их называть. Скажите, пожалуйста, Саша, у вас такая фамилия, а как вас дразнили в детстве? Утенком. Правда? Нет, меня дразнили педанчиком, но рядом с тобой я потеряюсь. Он теперь хочет быть утенком после того, что он Я хочу быть пастухом. Видел. Меня не может не радовать то, что Оля Полякова наконец-то начала готовиться к нашим программам. Поступила ли точно так же Иванна Милай? Иванна Милай, вы готовились к встрече с Александром, которого в детстве называли педанчиком? Честно? Честно. Не. Не? Кайф. Я просто доверяю своей фантазии, своей жіночій інтуїції, навіть незважаючи на те, що я блондинка.
И впевнена, що імпровізація буде доречна. Извините, пожалуйста, она мне послышалась, и она сказала, что она фантазировала обо мне. Она несколько раз. А, ну, хорошо. Да. Итак, категории. Категории следующие. Вы все? Да, у нас идет общение на уровне Bluetooth. Слухай, Педан, я... Слухай, Педан, так красиво звучит. Просто, знаешь, ты так гарно распочав цю программу, девчата, правда, він робив всім компліменти. Ми його чим розумніші, дівчата, спускалися, ти все менше і менше робиш нам компліменти. Ти мене просто розчаровуєш. Ви исключение, вот сейчас все девушки здесь, потому что даже я на себе доказал, что быть умным и красивым одновременно нельзя. Я когда-то решил, что я красивый, и все, но вы опровергаете эту теорию, поэтому вы прекрасны, на этом останемся. Итак, мы переходим к выбору категорий. Категории остались «Переклад. История цитаты Украина». «Переклад. История цитаты Украина». Угу. Как-то ты так Украину не хочешь выбирать. Украина я оставлю на потом. Ты не знаешь, что это такое. Здесь я ничего не теряю на самом деле. Ну ничего, ты уже вообще ничего не теряешь. Ты во втором раунде. Все зависит только от того, какую сумму ты заработаешь на девчонках. И на их неправильных ответах. Ой, я понял. Оля Полякова открыла рот и натолкнула на меня. История будет следующая категория. История у нее была во рту. Ты снял с губ практически эту категорию. Категория «История». Вопрос. Яких козаків в Украине называли характерниками? Вищунів, Шибайголов, Хвальків. Ну? Сам читай, чего я? Хорошо. Полякова, скажи «Геев» вслух. Скажи «Геев». «Геев», конечно. Да, да, нормально. Полякова, это твой ответ я был? Я соглашаюсь, Геев. Нет, 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 подождите. Почему нет? Да. Да. Но она всех называет так. Не смотри ей в глаза. Вернись, вернись. Не смотри ей в глаза, действительно. Вот мне кажется, что Вещунив, это такое первое на интуиции. Сейчас подумаем, как... По поводу... Но Геев сразу нет. Не было среди казачества Геев. Ты характерный. Представляете, приходят они в характерный бар. А там все характерники. И всем весело. Ну, может быть, и Шибайголов. Ну, типа, Шибайголов — это же Сорвиголова, да? На самом деле они могли называть как угодно странным словом. Характерный. Давайте Вещунив. Вещуны. Я уже так на обум. Вещуны — ответ, который я принимаю. Шибайголов, в качестве правильного. Ну и, наконец, сейчас, Полякова, мы узнаем, как ты дразнила казаков. Что ты себе позволяешь свободно от участия в нашей программе «Время»? Да правильный ответ. Правильный ответ. В нем я не сомневался. Happy. Не сомневался ни на секунду. Ключевой момент. Кто из вас как-то по-другому называл характерников? Для другого термина, нежели «вещуны», использовал это длинное, невыговариваемое слово. И, конечно же, Полякова среди них. Она дала неправильный ответ. Я тебе этого никогда не прощу. Ты ответила «Геев», я понимаю. Конечно. Наталья, Юлия и Иванна переходят во второй тур. Все остальные, милые дамы, вперед к казакам. Три блондинки ушло. Стоимость ряда была 700 гривен. Ты заработал 2100. Ты помнишь свой джекпот? Нет. Ты доверяешь мне, да? Да. Как хранителю твоей суммы. 9400 было. Ой, и да. Джекпот Александра составляет 11500 гривен. Но он может быть стать равным 23 тысячам гривен. И это зависит сейчас от твоего правильного ответа. Раз. И неправильного ответа нашей топ-блондинки, которая уже спускается к нам и вступает в игру. Топ-блондинка Оля Фрейму! Принцесса. Ты заметил, куда она номерочек подсадила? Абсолютно неважно. Мы Оля, не смотри под ножки. Это правильно. Не просто... подсуем ей этот номерочек на груди. Считаем, что сейчас на часах 7 утра. Я, конечно, издалека на расстоянии 500 метров похож на Притулу. Начнем программу, которая называется «Подъем». Тебе слово первое. Начинай. Доброго ранку всім, це «Підйом» на новому каналі. Вітаємо всім. Притулися, тихо. Отже, розкажу вам про Сашу Педана. Згідно з соціологічними опитуваннями, які провели британські вчені, Саша Педан має 2 мільйони 51 шанувальницю. І це тільки... 40%... Тихо, Саша. 40% цієї суми становлять жінки віком від 40 або 45 до 98 років. Дальше продовжуй. Футбольного клубу «Маестро». Також він визнаний одним з найкрасивіших людей України. Але немає вчених, які б сказали про інтелектуальний рівень нашого Педанчика. Тому зараз у нього є нагода продемонструвати, що він є втіленням краси та інтелекту. А зараз реклама. Прекрасно. Тобто
По большому счету в тебе нет никакого смысла. Ты понимаешь? Она все сделала сама. От начала до рекламы. Все как в подъеме, да. У меня нету текста. Александр, зато ты умный и отвечаешь на вопросы. Сначала выбирай категории. Судя по ее словам, я как раз красивый, ты же понимаешь. Нет, ты умный как педанчик и красивый как педан. Она же расшифровала. Вопросы. Категории сначала выбираем, а потом в категории вопрос. Осталось три. Перекла, цитаты Украины. Это три категории. Оленька. Вот я, к сожалению, с тобой будем играть где-то на равных, да? Попробуем с тобой не играться и не делать подарков. Переклад и Украина — это чисто твои категории. Украина? Ты в нас протолую плутаешь? Не, Украина, на шарить. Украина — это страна. Шарить. Так что, берем цитаты? На юге той страны... Давай цитаты, наверное. Цитаты. Не, давайте цитаты нет. Переклад. Давай переклад, все. Так переклад или цитаты? Ну, твердо скажи. Не смотри ей в глаза. Она знает английский в совершенстве. А может быть там, ты что думаешь, английский единственный язык в мире? Там была немецкая мова, Сашенька. Там была немецкая мова? Где, простите, в том фильме, который вы смотрели вдвоем? А. Переклад, давайте. Переклад, хорошо. Переклад. Переклад. Взяли переклад. Но тебе легче сейчас, чем... Перекладе, какой у нас вопрос? Какой ты переклад... Надеюсь, перекладовый. Его не нужно будет переводить. Что у переклада из китайской означает... Фэн-шуй. Вынь да положь $1000, как говорят специалисты по фэн-шуй. Но такого варианта у нас тут нет. Ветер – вода, вода – вогонь, ветер – вогонь, соки – воды. Соки – воды мне нравятся. Ветер – вода, дуэт для Геннадия Витера. И главное, соки – воды сразу нет, ветер – вода. И не поймешь, правильно ответила или нет. Я думаю, что вода – огонь, фэн-шуй – это все-таки это некое равновесие. Да? Они вода – огонь. Да, да? Вода – огонь. Вода – огонь. В сумме получается пар. И выпускаем пар. Я принимаю этот ответ. Ну и что же мы получаем? Сейчас вода – огонь – это неправильный ответ. Фэн-шуй – вода и ветер. Вот правильный ответ. Вот видишь, это какие они китайцы. Вопрос. Таким образом, Александр Педан в любом случае обеспечивает наше любование Ольгой Фреймут. А если бы она во не втором ушла, туре. Первый раунд стремительно катится к своему финалу. Оле не придется вскрывать показания относительно последнего вопроса. Александр отвечает неправильно. Оля Фреймут переходит во второй тур программы. У тебя джекпот 11500. Перший раунд завершен. Удрахуй туда пьяный. Снова побачите нас у своего экрана в ЗЭУ другому туре. Александр Педан во втором туре. Режиссеры монтажа жалуются, говорят, мы остаемся без работы. Мы уйдем в хирурги и будем у пациента вырезать слабые и неинтересные места, потому что парень показывает прекрасную игру. Надеемся, что результаты закрепишь во втором туре. Вот он, ты и они. Числом 18 человек. Это наши блондинки, умнейшие из умнейших. И они сражаются за твой джекпот, величина которого 11 500 гривен. Несколько слов о правилах второго тура. Во втором туре тебе будут вручены... по три за один раз, 10 вопросов. Ты можешь ошибиться только 3 раза. После того, как ты видишь эти вопросы, один из них ты вкидываешь блондинкам. Они с радостью цепляются за него. Конечно, это вопрос от Сашки Педана. И пытаются за 10 секунд написать ответ, не видя вариантов. После этого ты получаешь варианты ответа на вопрос, и твоя задача ответить правильно. Если ты отвечаешь неправильно, вопрос сгорает, ничего не происходит. Но если ты отвечаешь правильно, ты получаешь возможность понять, кто же из них... неверно ответил на данный вопрос. Я думаю, мы можем позволить Саше наконец-то увидеть первые 3 вопроса. Итак, давайте. Наши вопросы. Поехали. Первый из них. Президента какой Украины охраняют 30 снутливых жінок? Второй вопрос. Кого зовут Тінкі, Вінкі, Діпсіла і Бо? І третій вопрос. Скільки нулів в одному трильйоні? Скільки нулів в одному трильйоні? Ага. Давай. Один из этих вопросов ты должен вручить блондинкам. Давай вот с первого вопроса. С первого вопроса, да? Да, про... Какой вопрос у нас был первым? Про снотливых жінок. Итак, президент якої країни, президент якої країни має охорону в 30 снотливых жінок? Блондинки, смотри, 10 они, секунд они пошло. Пишут. Оленька, то блондинка, надо делать вид, что ты что-то пишешь хотя бы. Она красиво уже, там. Она уже подпись она даже уже поставила. Все, Александр. Указываю вам на варианты ответа. Вы есть их такие, получаете, да? В отличие от блондинок, которые сражаются против вас во втором туре. Итак, президент, список стран. Украина, Бразилия, Ливия, Алжир. Ну, безусловно. Ну понятно, что в Украине. Понятно, да, в Украине. Мы можем даже их назвать. Чересчур логично. Они 30, очень похожи на мужиков. 450, и они все снутлые. Она одна, но как 30. И они, наверное, не дают работать, да. Мешают, дергают за фалды. В Бразилии тоже нет. Ливия, Алжир.
Алжир. Алжир. Алжир тоже, да, хороший вариант. Да все страны хороши, да, где нас нет. Теперь я хочу услышать твой ответ на вопрос. Абсолютно не имею никакого понятия, но 100% не Бразилия, не Украина, наверное. Пусть будет Ливия. 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 Ливия, я принял вариант. Нечего. Правильный ли это ответ? Правильно! Правильно! Абсолютно случайно. Ну, ей-богу. Итак, в чем коренное отличие Александра Педана от Муаммара Каддафи? Муаммар Каддафи притягивает себе 30 женщин, Александр Педан выбивает их. Нет, мою фамилию легче запомнить. Легче запомнить. Как минимум так. Ну что, а что мне теперь делать, да? Теперь ты должен попытаться понять, кто из них дал неверный ответ на этот вопрос. Мне сейчас жалко. То есть, жалко если... всем не то слово как. Их мамы плачут, волнуются, мужья... Мужчины, о которых мужья ничего не знают, тоже волнуются, может быть. Президент Ливии волнуется, еще как сейчас бы, за них. Еще бы, за тебя, Сашка, больше даже. Давайте. Номер какой? По порядку, 49. 49, Танечка. Татьяна. Что там вы накорябали нам? Отличная страна называется. Это отпечаток его ноги. Отпечаток, да, ноги Муаммара, да. Каддафи, но только я знаю об этом, поэтому, увы, Танечка, он, видимо, не президент, а король. Король. Для Тани он король однозначно. Спасибо большое, участница номер 49. Извините, если что, Goodbye. Я не виноват. Увидимся в Ливии. Ты устанешь извиняться. Называй, да? Следующий номер, да. Тереза. 40. Номер 40. Тереза 40. Тереза. Мать Тереза, номер 40. Да, здравствуйте. Конечно, да, здравствуйте. И вам. Вы сейчас убьете нас, конечно. Да, я хочу вас убить своим интеллектом, поэтому я не поняла вопрос. Не поняла! Я ничего не поняла, скрипачил. Что здесь происходит? Какая дурацкая программа. Почему кроме меня показывают еще кого-то? Надо было говорить по-ливийски. Я говорил тебе, ничего я не поняла. Я дышал девочка. По-ливийски. Извините, пожалуйста. Дышал. Спасибо большое. Дышал дальше. Громко, напугал девочку. Да. Я прям не знаю. Ну, давайте номер 5. Юлечка. Номер 5. Обладательница квадратуры. Да? Она написала правильно. Саудовская Аравия. Аравия. Рядом, но не очень. Все равно это неправильный ответ. Но спасибо вам за ваш женский подвиг и написали целых 2 слова. Извините, за что. Стоит. Увидимся в Ливии, вы помните? Александр, очень хорошо. Не теряем темп. Не теряем, да, темп. Вот точно. Рядышком, номер 6. Наталья. Номер 6. Лазуриваемая. Саудовская Аравия. Кто у кого списывал? Да, здравствует списывание. Как единственный способ борьбы с блондинками во втором туре. Так, едем далее. Далее. Ну, куда ты приехал уже? Давайте номер 10, Наталочка. Ай, Наталочка. Только пропой, пожалуйста, свой ответ. Я, короче, готовалась. Я до программки навіть придумала вершик. Давай, про Ливию. Ні. Пане Педане, ми ваші фани. Заробимо гроші, поїдемо в Канни. Я так хотіла заробити гроші, щоб моя мрія рожева збулася, що ми поїхали в Канни, а тут, да здравствуй, Саудовська Аравія. Сонечко, пробач, будь ласка. Дуже красиво. Да, зустрінемося в Криму. Неподалеку, да? Влітку. Неподалеку. Коблєва ждет. А заметив, в Саудовській Аравії була как будто вязью написана арабська. Вязь. Слово вязь ключове здесь. Обособлена Віолетта. Виолетта, номер 9, показывай. Ты знаешь, до этого моя мама всегда говорила, этот Сашенька Педан такой потешный. Теперь она будет думать по-другому. Саудовская Аравия. Как маму зовут? Вика. Вика? Мама Вика, извините, пожалуйста, я не хотела видеть вашу дочь. Спасибо большое. Есть о чем задуматься, по-моему. Президенту Саудовской Аравии есть о чем задуматься. Он готов устроить кастинг в стране под названием Украина. 11 участница, номер 11, да? Номер 11, да. Надежда. Я подозреваю, что если президент Саудовской Аравии захочет взять телохранительницу, нас может брать. Девочки, вы как минимум настолько отпиарили эту страну в Украине, что вам уже должны визу открывать бесплатно. Кто следующая? Ну, давайте Кристина, 34. Номер 34. Зачем вы Кристина так? Густина. Я не хотел, Кристина. Ну, извините, пожалуйста, но увидимся в Саудовской Аравии. Саудовская! Так, здесь у нас вассалы Саудовской Аравии, по-моему, собрались. Вот здесь вот все. Так, продолжаем. Давайте рядышком. Номер 26. Елизавета, Саудовская Аравия. Саудовская Аравия. Это уже как-то даже и не оригинально уже, девочки. Ну, хоть кто-то назло написал что-то другое. Сейчас только что Даша с Ксюшей разговаривала. Первый раз жалею, что я у тебя списала. Земляночка, Наташенька, давай. Напиши Ливия, и мы продолжим. Это нечестно. Что нечестно? Арабские Эмираты. Правильный выбор. Что-то другое, да? То есть все сразу. Там лучше, чем Саудовская Аравия, ей-богу.
Спасибо большое. Называй номер. Сначала. Силы покидают юного джедая. Таечка, 43-й. Номер 43, Тая, показывайте. Летела я на своем звездолете. Как вы говорили, у первой участницы то был отпечаток, наверное, президента Ливии, а это, наверное, так, как он выглядит. Конечно, он доволен! Он был так много арабов, так он не боится, он доволен. Все-таки благодаря вам мы поняли теперь все. Спасибо за игру. Спасибо огромное. Тая единственная участница, которая видела президента довольным. Да? И я понимаю, почему. Конечно. Президента какого, извините? Ну, Ливии, видимо. Она сказала, что это портрет президента Ливии. А, хорошо. Да. 24, Антонина. Мне кажется, вы последние секунд 25 не слышали название этой чудесной страны. Вы абсолютно правы. Боже мой, вы первые, кто догадался, что это Саудовская Аравия. Саударабия. Ну что, девочки, вы давайте что, попробуем. Подведете вот меня? Вы какие-то чересчур уверенные в себе, я их побаиваюсь. Можно я к ним попозже обращусь? Да, конечно, нужно. Да? Итак, здесь осталось 6 участниц. Как только участниц будет 3, благодаря Саудовской Аравии, либо какому другому удивительному вопросу, я буду предлагать тебе участие в супер-игре, стоимость которой 50 тысяч гривен. Но это потом, а пока что нужно по-прежнему понять, кто же из них не знает вкусы президента что? Ливии. Номер. Ну, Карина, номер 2. Нет. Что нет? Нет? Номер 2 написано Карина. Кто? Где я? Кариночка. Почему я здесь? Кариночка морозится. Да. Карина. Похолодала в студии вот немножко. Тебе две таблетки. Синяя и красная. Если ты выберешь синюю... Ты будешь синяя. Ты останешься в этой реальности. Если ты выберешь красную... Ты покраснеешь от стыда. Показывай нам свой вариант. Я буду выбирать. Хорошо. Показывай же нам что-нибудь. Она написала вот так вот. О! А! Это Ливия! А даже никто не смеется, Карин. Я смеюсь, отличный юмор. Ну, действительно, она... У нее шутка 10 долларов стоит. Сразу тебя предупреждаю. Смотри. Зачем? Это Кариночка, всего хорошего. В любом случае, это не Объединенные Арабские Эмираты. Ну что? Ксюшечка, номер 14. Номер 14. Я долго ждал этого момента, честно скажу. Вот почему-то вас очень боялся. И, видимо... Правильно боялись. Я честно хочу сказать, что это моя версия. Но я прекрасно знаю, что там не президент, а король, и я даже знаю принцессу Хаю, и мне очень стыдно. Кто не знает принцессу Хаю, вы будете мне рассказывать. Мы с ней вчера кофе пили на подъеме, она прилетала к нам. Спасибо большое, Ксюшенька. Здесь 4 человека, обрати внимание, 4. Еще одно меткое попадание, как в игре в морской бой. И все, джекпот уже твой, 11 500 гривен. Либо же 50 тысяч гривен, если ты согласишься на суперигру. Я ничего сейчас тебя не слышал, потому что, ну, у меня трогательный момент, мне тяжело расставаться с людьми, надеюсь, что не расстанемся. Даже так скажу, Дашенька, номер 13. Вот, я ее боялся, знаешь почему? Потому почему? Что, потому что красивая очень. Просто вот... я знаю про тебя песню, Саша. А ну? Капитан, капитан, улыбнитесь. Капитан! 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 Саудовская Аравия, Саудовская Аравия! И вот он момент, которого я ждал с начала второго тура. Александру Педану удалось дойти до победного конца. Второй тур завершен. И сейчас ты принимаешь решение. Джекпот твой 11 500. Ты можешь его забрать, но ты можешь оставить его им. В том случае, если, конечно, согласишься на третий тур и проиграешь. Им, а может, разносчиком. Третий, да, разносчиком красоты и ума. Да, и... Но в третьем туре ты можешь оставить им ничего, а себе присвоить наш главный приз 50 тысяч. Я согласен. Мне пришлось его уговаривать. Александр Педан играет с нашими участницами в третьем туре. Играет кто против блондинок? Ура! Гарри Поттер, если ты нас смотришь сейчас, запомни. Гидраргиум Левиоса — это предметы взлетели. Саудовская Аравия — это блондинки, отправляйтесь прочь. Александр Педан сражается в третьем раунде программы «Кто против трех блондинок?» Нет, отдельная программа «Кто против трех блондинок?» Это первый раунд. Программа называется «Кто против блондинок?» У этих блондинок есть имена — Оля, Иванна и Яна. Ребята, серьезная сумма, поэтому я обязан Александру... Ко мне Александру. Сейчас, ребята, да, это да, ко мне, да? Да, это ребята. Вы и ребята, и девочки. Рогаци, рогаци. Алло, рогаци. То есть и рогаца, и рогаца. Все слушают меня внимательно. 50 тысяч гривен ты можешь получить только в том случае, если сейчас
правильно выберешь вопрос для блондинок, угу. правильно ответишь на него сам, угу. и ни одна из них не ответит на него правильно. Однако, если же хоть одна из девчонок знает ответ на этот вопрос, или ответ на этот вопрос не знаешь ты, твой джекпот 11 500 гривен достается им. Как они будут делить эту сумму, которая на три не делится, и решать и вычислять эти длинные дроби, это уже их личное дело. Итак, задача ясна. На экране три вопроса. Только один ты можешь выбрать для блондинки. Девочки, вы и так в темном улыбнитесь хотя бы. Вопрос первый. Як у сериале «Моя прекрасная няня» звуть помічницю продюсера Максима Шаталіна? Нет, блондинки не знают. Вопрос второй. Кого звуть Тинки, Винки, Дипси, Ла-Ла? Даже блондинки знают на этот ответ вопрос. И, наконец, сколько нулей в одному триллионе? Вот даже я не вопрос, знаю. Вопрос, который решает все. Но у тебя будут варианты, а у них вариантов не будет. Вот и теперь выбирай. Слушайте, ну сериалы нельзя трогать 100%. Да что мудрить, давайте... Ну я не знаю, сколько триллионе нулей. У меня будут подсказки? Значит, ты выбираешь третий вопрос. У тебя будут подсказки, у них нет. О, они уже перешелкиваются. Они, конечно, они же слышат тебя. Ты не знал, что тебя и видно, и слышно. Это телевидение. Телевидение. Давайте, пока они не догадались. Давайте третий там. Третий посмотрим. Вопрос, блондинки. Скільки нулей в одному триллионе? У вас есть 10 секунд. В числе 10 только один нуль. И вот уже это время заканчивается. Что, Иваночка, тяжело, когда рядом никого? Иванна, не рисуй. Проверяем зрение. Это офтальмологический тест. Нет, на самом деле они должны знать. Вот, все отложили фломастеры. Я вижу, да. Оп, ручки-то вот они. И красиво, руки в боки. Саша? Тебе нужны варианты? Да, мне нужны варианты, потому что ну, блондинки умеют считать хорошо, деньги, я нет. Есть однокомнатная, двухкомнатная, трехкомнатная. Есть двушка в Голосеево, неплохая, ну, но с тараканами. Угу. Да, есть единичка на Оболоне. На Оболоне. Есть 6, 12, 9 и 15. 6, 12, 9 и 15? Да, нулей в триллионе. Вспоминай триллион. Ну, 6, нет, понятно, это миллион. Гонорар за 200 тысяч лет корпоративов, примерно так. Нарисуй себе. Подели. Это еще надо сдаться в рабство, наверное. Совершенно верно. То есть это такие приватные вечеринки. Сауну не избежать. Еще неизвестно, кто там будет. Нули. 6, 12, 9, 15. 9 или 12. Рассуждай вслух. 6 – это миллион. Правильно, убрали. Все, дальше закончилась логика. Тише, пожалуйста. Ты знаешь, сколько? Ты думаешь, я тебе скажу? Конечно. Я думаю, еще краще залишитися зараз. А что ты теряешь? Зараз? Да. Ну, мы команда, и я впевнена, что... А почему ты не пытаешься обратиться к Оле, с которой каждое утро вместе просыпаетесь? Она мне скажет завтра с утра, ты понимаешь? Почему ты к ней не обратился, да? Ладно, 9, 12, 15. Миллион, триллион. Триллион. Биллион. Да, триллион дальше идет. Ну, наверное... Абсолютно не знаю. Извините, вот математика не мое. 9 или 12. Что идет вслед за миллионом? Триллион у меня. У меня триллион. То есть такие, торгуешься так. Ребята, триллион. А скидочку, Саша, можно? Ну хорошо, миллион, да? А, биллион потом идет, правильно, да? Миллион, биллион, би, это 2. Биллион. 9, 12. За границей у нас миллиард. Пусть будет 12. Нам нечего терять. Все, я согласен. Хорошо, миллион, считай нули. Триллион. Ну? 1, 2, 3. Что считай нули? Ну сколько нулей? 12. 12. Я сказал, все, 12. Значит, твой ответ 12. И я принимаю этот ответ. Так сколько же нулей в одному триллионе? В одном триллионе. Я узнаю об этом. 12 нулей. Правильно! Знаете же, знаете. Значит так, блондинки, если хоть одна из... Я не играю, так смотрите, у Яночки... Что? Подсказка 12? Подсказка 12. Так именно на нее ты и смотрел. У Яны подсказка 12. Это для тебя подсказка, я-то ее не вижу. Девочки, я с удовольствием с вами поделюсь теми денежками, которые заработал. Поэтому... Ловите его на слове прямо сейчас. Саша? Я свитка. Если кто что. Яночка номер 12, у тебя подсказка. Яночка номер 12. Подсказку видел ты, а не я. Молодец! Правильно! Девчонки, я вас поздравляю! Джекпот Александра по фамилии Педан достается вам! Ура! Благодаря правильному ответу участницы по номерам 12 по имени Яна. Ну, покажите нам свой ответ, ну, пожалуйста. Все должно быть 12. Ну, давайте. 12 нулей. 12 нулей. Насколько шикарно вы знаете числа. Браво! Огромные числа.
искренние мои вам пожелания. Конечно, Александр должен был бы это озвучить. И иметь такое же количество комплиментов. Сколько нулей в триллиарде, в триллиардной степени. Считайте триллиона сами, сколько это будет. Час вимкнути блондинку і знову стати розумними. При цьому залишитися такими гарними. Діана Ідаманська, ви дивились неймовірне шоу «Хто проти блондинок?». До зустрічі наступний тиждень! Опа!